Всем привет! Новый влог. Вчера влог я не снимала. Отдыхали, то педикюр, то маникюр сделала, то гулять ходили. Сегодня у меня насыщенный день. На часах без 15:08. Знаете, куда я иду? Я давно хотела сходить попробовать, но все не решалась. Записалась я вот на 8 утра на шугаринг. Может, кто-то не знает. Это восковая депиляция. А то мне уже, честно сказать, надоело это раздражение постоянное. В общем, решила сходить. Попробуем. Мне кажется, это очень больно будет. Муж спит с детьми. Кирюха, правда, проснулся. Я выходила, он в кроватке там прыгал. У нас 2 дня жара. Вчера прям вообще очень сильная жара была. Сегодня как-то пасмурно. Мне кажется, сегодня не так уж жарко будет. Потому что я сейчас вот иду в шортах, футболке и, ну, так. Я бы не сказала, что прям супер тепло. Ветерок такой еще прохладный. Может, конечно, еще раз погодится. В общем, я иду. Говорится, что естественно, то не безобразно. Ой. У меня сегодня насыщенный день. Еще на занятии на 11 часов марка вести. Еще мне... Куда мне? Кушать, готовить. И вообще, если хорошая будет погода, то хотелось бы на пляж сходить. Потому что обещают дожди. И, по-моему, это последние денечки, мне кажется, с теплом. Больше, мне кажется, тепла уже и не будет. Ну, посмотрим. Ладно, я уже почти пришла. Потом расскажу. Ну все, сходила я. Ну, скажу так, больно, больно, но терпимо, потерпеть можно. А еще больно из-за того, что после бритвы, да, волоски, они очень сильно грубые, толстые, и тяжелее их вырывать. Это получается, вырываются волоски с корнем. А как мне объяснили? Если вот ходить каждый месяц, то через 4 месяца это совсем будет уже не больно, говорит. Волос будет тонкий, и его будет меньше, он не будет такой густой. В общем, вот так. Сходила я. Но больно, больно, конечно. Знаете, даже не то, что прям уж больно, сильно щипит кожу, тянет. Так что вот так. Час времени заняло, потому что первый раз я, и кожа моя не готова к такому стрессу. Поэтому вот такие вот дела. Муж звонит: ты где, мне на работу? Он думал, это 10 минут и все. Да нет, не тут-то было. Целый час лежала я. Вот уже бегу домой, 9 часов утра, бегу. Сделала я подмышки 300 рублей и глубокое бикини, как называется. Это 1200 рублей. Взрослая женщина делает, у нее еще дочка. Она делает педикюр, маникюр у них в квартире, я так поняла, у них трехкомнатная квартира. Они большую комнату оборудовали, у них и кресло для педикюра, маникюра, куча всяких разных баночек, кушетка, свет, ну все как положено, кабинет оборудовали. Так что вот так. За первый раз, как она мне объяснила, идеальной гладкости не будет, так как под кожей еще много волос, которые еще не выросли. Эти уже, которые с корнем вырвали, они на следующий раз будут тоньше. Но все равно еще будут толстые волоски, которые еще не выросли с-под кожи. Решила сходить. Че, я на маникюр никуда не хожу, ресницы не наращиваю. Можно сделать хотя бы себе такое удобство. 1500 в месяц. В дальнейшем это будет намного безболезненнее и быстро. Она говорит, уже постоянные клиентки, которые уже ходят долго, они
уже лежат, просто в телефоне лазят, они даже не ахкают, не охкают там от боли. Так что, в общем, вот так. Все, я уже пришла домой. Площадка наша, все никак не доделают, но вчера начали вон плитку ложить. Я потом с балкона покажу, потому что так не видно. Машина наша стоит. Все, надо скорее бежать, а то муж на работу опаздывает. Громко, привет! Вот так. Так, мама по-быстрому приготовила завтрак, Марку пельмени отварила. Кирюха пюрешку овощную доедает. У меня бутерброд с колбасой, с майонезом, сыра не было. И кофеек. Быстро сейчас кушаем. И через час нам уже на занятие Марка вести, а мне еще кушать готовить. Да? Да? Что готовить буду, не знаю. Вообще что-то фантазии нет. Пока буду готовить кушать, нужно придумать. Что будем готовить, пока позавтракаем. И что еще? Что еще? Та-та-та-та. Так, ну, наверное, мы просто пожелаем вам приятного аппетита и будем быстро кушать, да? Скажи, мама, корми скорее меня. Время 11. Бежим с Кирюхой в Магнит. Марка отвели на занятие. Мне нужны грибы. Я уже начала дома готовить кушать, у меня там на плите стоит суп с мясом. На медленный огонь поставила, чтобы томилось. В мультиварке мясо тоже стоит томиться. Вот мне нужно побыстрее сбегать в Магнит, купить грибы и побежать домой. Дальше начать готовить, ну а потом снова сбегаю за Маркухой на руках, вот так, с Кирюшкой, без коляски. Маме фитнес, нагрузка. Одна уже рука забилась прямо. На вторую пересадила. Так. На улице очень даже жарко. Очень жарко. Висит. Девчонки, бегаю, как белка в колесе. Уже надо обратно за Марком бежать. Кирюха у меня капризничает, спать хочет. Купила сыр, купила Милку. Вот такие печенюшки. 100 рублей стоили по скидке. Мороженое крем-брюле. Вот эта коровка прям вообще вкусная. Съела, пока готовила кушать. Готовлю еще. У меня здесь свинина, лук, морковь, грибы, вешенка, картошка, кабачки. Высыпаю, перемешиваю. Поставила на режим плов. И потом приду, еще добавлю сюда что-нибудь с овощей, перчик, либо еще, может, капусты, посмотрю. Все, добавляю водички, подсолю, и надо уже выбегать, потому что уже 35 минут, а мне в 40 минут забирать Марка. У меня на плите доготавливается зажарка, и суп докипает. Вот нужно сейчас зажарку выключать и бежать, потому что опаздываю, вся мокрая, ужарилась на улице, прям вообще духотень. Так, девчонки, я такая мамаша, оставила ребенка одного. Тут уже бежать за Марком мне нужно. Я прихожу к кроватку, а он уснул. Ну а что, я его будить буду? Это разбуди, будет только истерика. Думаю, ладно, пусть спит. Я уже за Марком сбегала, попросила, чтобы нас не задерживали. Ребенок у меня спит. Музыка у него тут вон играет. Так, что-то сегодня вторник, а... Плитку класть никто не хочет. Вчера вон, видите, сколько положили, и все. Такими темпами точно до зимы будут делать. Месяц. 7 числа будет месяц, как они делают. У меня тут стирка нужно убрать. Ой, жара прям вообще. Я готовлю кушать. Суп уже доваривается. Сейчас моркушки насыплю, поставлю, чтоб остывал. Покормлю его. Рагу доготавливается. Что-то я воды переборщила, кабачки туда кинула, еще с кабачков сок выделился, теперь слишком много жидкости. Вот открыла крышку, чтобы выпаривалось. В общем, покормить нужно мне Марка. Так, надо, наверное, цветочки мои полить. Или нет? Ладно, уже вечером полью. Вроде там влажная земля, эти надо выкинуть. Так что, в общем, вот так. У меня на кухне такой бардачело. Вот пока Марк у меня будет кушать, я буду убираться. Время у нас без 10:02. Кушать приготовила. Сделала пшенный супчик с индейкой, с перчиком болгарским. Что еще?
и сделала рагу. Картошка, кабачки, грибы, свинина, морковь, лук и сладкий перец. Осталось еще в мультиварке дотушиваться. На режим тушения поставила, чтобы жидкость выпарилась. Прям такой немного жидковатый. И картошка просто в хлам растушилась, прям пюре. Кирюха у меня в коляске с молоком. Он мало поспал, рано проснулся. Поэтому я думаю, может, в часа 4 и уснет. Надо, пойдем до самого вечера, может, даже папу дождемся на озере, чтобы он нас забрал. Маркуха довольный, сначала капризничал, что мы не взяли самокат. Ну куда еще самокат мне там по пескам тащить? Потом успокоился, сейчас идем дорогу, переходим, остановились, ждем, чтобы машины проехать. А он давай плакать, показывает мне на дорогу, что туда идти. Он подумал, что мы не идем на озеро. Я ему говорю, нет, мы идем на озеро. Увидел, что мы идем по этой дороге. Довольный, лыба до ушей. Так, я загорать не буду. Одела шорты. Наверх одела просто лиф с купальника. Не буду загорать и купаться, потому что сегодня нельзя после шугаринга. Кожа раздражена, чтобы не было раздражения, тем более вода грязная там, как бы, да. И я даже не одевала плавки с купальника, так в шортах вон буду, короткие одела, чтобы хоть чуть-чуть загар прилип на меня. Ладно, все, будем мы идти. Мы уже, ну, почти полпути прошли. Людей прям очень много. Маркуха в жилете. Какая же вода теплая. Так покупаться хочу прям. Греться, да, Марк? Колбаску вон его взяли. Для него колбаска. Куриную грудку копченую. Ты все не набирай, Маркушечка. А я себе нарезала дыню. Сначала хотела взять огурец. Ой, огурец. Кукурузу мы вчера варили, но взяла дыню. Вспомнила, что дыня есть. И Кирюшке тоже даю. И Кирюшке даю.
Че-то солнышко подзапряталось, не так жарко стало. Жилет не снимает. Да, Маркулячик? День катаете, я вас катаю. Дети, катайте. Мама, я вас покатаю. Да-да-да. Далеко только не уходите. Время 6:30 уже. Идем домой. С 2 часов мы на пляже. Марк уже устал, уже начал капризничать. И купаться хочет, и спать уже хочет, перегрелся уже на солнце. Кушать хочет, еду уже всю съел, что я брала. Надо побольше брать с собой. Кирюха уже проснулся, тоже уже еды нет. Поэтому идем домой. Мне хоть не скучно было, приехала соседка с прошлой квартиры, и мы с детишками там вместе были. Я вообще ждала мужа, но он на работе. Обещал все приехать, в итоге до сих пор на работе. В итоге я уже психанула, пошла пешком домой. Ой, завтра снова пойдем, да, Маркуша? Только надо еды с собой больше брать, а то не прокормишь его, все съел. Взяла дыню, думала, сама съем. В итоге они всю дыню почти сами, с Кирюшка и Маркушка, съели мою дыню, короче. Уже устал, уже домой идем. Все. Накупался. Одень жилет мне, плачет, идет полдороги, мне плакал. Купаться хочет, кушать хочет, да? Время 8:15. Только вот села, дыню сижу, я Марк у меня рагу ест, что-то рагу получилось, как пюре, вообще все растушилось. Муж домой только вот приехал. Я устала, как какая-то загнанная лошадь, сил нет, ноги вообще не идут, настолько ноги болят. Я в 7 утра проснулась, и вот это я, наверное, второй раз за сегодня только сижу. Когда завтракала, я сидела, и вот сейчас присела. Я целый день, то пришла шугаринга, позавтракали, побежала на занятия с Марком, побежала в магнит, прибежала домой, готовила одновременно. Побежала, Марка забрала, кстати, его похвалили, он прям умничка. Прям преподаватель говорит, я прям в восторге, говорит, прям молодец. Прибежали домой, поели и на пляж. В 2 часа пришли на пляж. И домой вот приползли, у меня сил уже нет. Я знаю, дыня такая вкусная, сладкая, прям во рту тает. Солнышко светит. Все, устала я. Сейчас поем, лягу, а меня не трожьте, буду отдыхать.